Вениамина Воронина возникла ситуация за замену адвоката. Право на выбор адвоката, который профессионально может выполнять обязанности, это неотъемлемое право, то есть сложное для работодателя, и суд не имел права заставить это ходатайство, что и было сделано. Было достаточно время для того, чтобы вступил в дело адвокат по соглашению, которое подписывает Воронин. Ну и также суд, как я понял, принимает решение о том, чтобы и от имени государства по назначению также присутствовал адвокат для обеспечения его защиты Воронина. В связи с этим процесс отложен на 19 число, и, как видно, что интенсивно суд хочет перейти к конституционному законодательству, и назначил следующее заседание после 19-20 числа. Все это происходит технически. На то судебное заседание, вы помните, что было отложено в связи с плохим самочувствием Новоселова, потерпевшего. Это обычное явление, естественное. Жизнь продолжается. Поэтому я думаю, что процесс скоро будет очень активный упад предоставления доказательств. И этим мы будем заниматься, исследовать доказательства вначале стороны обвинения, а затем стороны защиты. А Воронин раньше мог быть? Почему именно в день судебного заседания? Ну, потому что он обязан в день судебного заседания сообщить о своем решении. Все вопросы организационные решаются непосредственно судом. То, что исследуются все доказательства, все обстоятельства непосредственно судебного заседания, это принцип уголовного судопроизводства. Спасибо за внимание.